Купаться запрещается. Теперь не только в несанкционированных водоемах. Пресс-служба регионального ГУМЧС в Ивановской области сообщила об официальном закрытии летнего купального сезона. Согласно данным ведомства, в 2016 году на водоемах погибли 16 человек. Это меньше, чем в прошлом году. Однако в числе основных задач, стоящих перед управлением, свести эти цифры к нулевым показателям. Кроме того, напомним, в минувшем сезоне органами местного самоуправления и организациями были подготовлены 39 пляжей. 7 из них введены в эксплуатацию в этом году.